Поговорим о сияющем зеркале в ванной комнате. Поскольку кроме обычного загрязнения именно в ванной зеркало подвергается воздействию влаги и пара, ухаживать за ним нужно тщательнее, чем за любым другим. Конечно, можно использовать магазинное средство, но в последнее время многие хозяйки, особенно если в семье есть дети и животные, стремятся к экологичности. Итак, натуральное средство. Сильно загрязненное зеркало можно помыть таким составом. На 2 стакана горячей воды добавьте 50 граммов уксуса и 50 граммов крахмала. Обильно наливаем смесь на тряпочку и протираем зеркало. Через некоторое время смываем и протираем насухо. Отмыли, а теперь заставим зеркало сверкать. Для этого используем обычный чайный раствор. Смачиваем тряпочку в крепком чае и протираем все зеркало, особенно тщательно в уголках. Там больше всего скапливается налет и грязь. И еще один завет. Каждый раз после пользования ванной, если зеркало запотело или покрылось влагой, его необходимо протирать насухо специальной тряпочкой из микрофибры. Тогда для того, чтобы оно сверкало, нужно будет придать минимум усилий.